Всем привет, с вами Оля, вы на канале Ольга Свон, и в сегодняшнем обзоре хочу поговорить с вами о краске для волос от Oriflame Hair X. В руках у меня оттенок лесной орех, вот так он выглядит на волосах моих. Очень необычный цвет, на мой взгляд. Вообще мне хотелось получить более такой шоколадный коричневый оттенок, а этот немножко будто уходит даже в ржану. Но вы знаете, он на свету так играет. То есть, если смотреть просто на волосы, они кажутся такими, ну, просто коричневый оттенок. А на солнце, на свету, он начинает играть какой-то немножко такой вот, какой-то рыжинкой, блестит. И, в принципе, на весну, может быть, даже очень здорово такой цвет иметь. В принципе, я довольна краской. Я очень переживала, так как я крашу волосы впервые. И я переживала, что краска может испортить мои волосы, просто сжечь их, но, слава богу, все нормально. То есть волосы мне краска не сожгла. Наоборот, они стали как-то более такими, знаете, живыми, что ли, более пушистыми, более мягкими. Возможно, это благодаря бальзаму, который входит в состав данной краски. Ну, кто знает, кто пользуется такой, есть, в него входит такой маленький пакетик с бальзамом, это не просто бальзам, это бальзам-укрепитель света. То есть нужно обязательно его использовать. Возможно, благодаря ему вот волосы такие, знаете, как-то вот стали более живыми, что ли, блестящими, не знаю. А может быть, благодаря самой краске. То есть, в принципе, краска очень хорошая, я ее рекомендую по составу. То есть, прям вот все хорошо. Даже придраться не к чему, как говорится. Единственное, что нужно угадать с оттенком. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч. Пока-пока.